стандартный шансон пройдет в 17-й раз. Правда это или ложь? И прежде чем вы будете отвечать, давайте поразмышляем, подумаем, как давно вообще вы слушаете радио «Шансон»? Давно. Ну сколько давно? В годах, не помните, с какого года? Ну, лет 5 точно. Лет 5 вы слушаете радио «Шансон». Постоянно. Я вам скажу, что 15 августа нам исполнится сколько лет, ребят? 17. 17. Правильно, да. Так, у нас 15 августа день рождения. Радио «Шансон» исполняется 17 лет. И теперь мы повторяем свой вопрос. В этом году фестиваль «Бархатный шансон» пройдет...